Блин! Всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Обгай, Бивчик, книга IP, King on Fire, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Салам алейкум. Давно у нас не было рубрики, когда мы выживаем на воздушной арене и пытаемся скинуть друг друга на классных машинах. Если пить, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Погнали, первый раунд. У кого руки не из жопы, давай. У кого этот руль, да, в руках, они булками жопу держат. Ты не сел. Меня машине. Пытается вытолкнуть, идите в жопу. Я постою, просто посмотрю. Первый ушел. Ой, доска, доска. Главное, что, пацаны, держаться центра. Я помогу тебе, я помогу. Я вижу, ты не можешь справиться. Давай, прощай. Зашел мою машину. Так, первый ты пошел. Главное, с шифтом газовать, и тогда вытолкнем. Давай, этого щенка. Толкай. Ой, хорошо. Мощный зил, мощный. Я улетел. Я не дамся живым. Давай, следующий. Следующий. Ушел сам. Не. Это Серега, ты меня толкаешь? Да. Я знаю, что мы вдвоем остались. Пацаны, напишите в комментариях сейчас, кто выиграет, я или Серега. И вы напишите, это, скажите, ребят, как вы думаете, кто сейчас выиграет? Так, Серега, давай. Надо как-то, знаешь что? Поймать посередине. Во, вот так вот. Во. И давить. Отлично, Серега. Последние слова. А я, Сережка, выиграл. Ля-ля-ля-ля-ля. Ты сам не упал. Ну я-то живой? Живой. Живой. Так, следующий, ребята, раунд. Свободная тема. Каждый берет машину, которую хочет. Я возьму, наверное, все-таки мощную возьму. Возьму же эту же. Мне она понравилась. Она везучая. Сейчас я перекрашу свою. Давай, у нас сегодня кастомный день. Ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Стараемся поднять людям настроение, тем самым продлеваем людям жизнь. О, автобус. Это очень хороший выбор, мне понравился. Кстати, автобус очень этот мощный, он тяговой. Главное, shift прожимай. С шифтом ты затащишь. Ну что, на счет 3. 1, 2, 3. Выиграет сильнейший. Кстати, даже кто-то взял розовый снегоуборщик. Это я взял. Техника феншуй меня всегда не подводила. Так, пацаны, помогайте автобус скидывать. Помогите. Димас, я тут на челика залез. Прощай, автобус. Еще этого скидываем. О, задним ходом и МАЗ пошел. Ну давай. Вот, молодец. Отлично. Нет, меня не надо, нет. О, спасибо. Спасибо, кто это сделал. Спасибо тебе. Ну. Буду проживать на всю. Очень мощный ЗИЛ. Серега! И ты тоже улетел. Так, ну что, остались мы вдвоем. А с кем я воюю? Ну что, давай. Кто кого? С шифтом прожимаю. Эй, ты что на дыба конченый встаешь? А как ты сигналишь? Прощай. Ты хотел меня обмануть? Ну. Пацаны, я догоню, я смогу. Есть. И? Нет. Я знаю, что ты хочешь, чтобы я возле краешки типа вывернуть резко и тем самым выиграть меня. Нет, я так не дамся. Так, ребята, придумаем тактику. Главное его подловить с бочинки. Зря, эта тактика была очень тупая. Так, ну что, ребята, берите опять следующие машины, какие хотите, а я буду на этой же. Счастливая машина, ни одного проигрыша. О, монстр, смотрите, какие взялся шипованные. Я надеюсь, что будет очень хорошая цепляемость. Хотя, мне кажется, меняется только текстура, ничего не меняется больше. Монстр трак готов. Так, давайте мы что-нибудь еще. Что он? А, у нас нету... Никаких тюнингов. Серега, ты готов? Не, сейчас я крашу. Я пока погоняю. Хорош. Звук такой именно старинной машины, мне нравится. Вот это мощь.
готов. Вроде готовы? Бы. Давай, погнали. Серега, ты взял танк? Да, красный танк. А я знал, что ты будешь читерить. Ну ладно, пусть будет. Нет, по-твоему. Это не читер, ты сказал любую машину. Хорошо, я знаю. Раз, два, три. Первый игрок у нас слился. Давайте поможем ему. Эй, надо вали, сейчас меня еще скинут. Ого! Серега на танке! О, я против него даже ничего не могу противопоставить. А как теперь нам быть? Давайте все вместе Серегу танк толкаем. Давайте все вместе танк. Потому что это первое... Ух, улетел, так улетел. Так, я... Серега, я в танк сел к тебе. Я давай, за тебя болею. Ого, ты ему колеса поломал, видел? Разлитейшн, колесейшн. Кстати, никого тут не скинул, только вот. Давай, пошел отсюда, щенок. Сзади кто-то меня пытается. Эй, надо, значит, сейчас сделать... О, сейчас будет раунд. Серега, когда будут все на танках? Скидывай, скидывай. И в воздухе стрельни, пожалуйста, когда он будет падать. А я не могу, у меня эта кнопка не работает. Альт надо нажать. Я нажимаю альт. А, понял. Это мне надо что-то в настройку. Давай, стреляй по пулемету. По колесам будем, давай, гасить. Да все, все, хорошо. Да я чуть-чуть. Давай, 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 Сережка, я в тебя верю, ты сможешь. По колесам гашу. Давай, Серега, у тебя есть навык, я вижу, ты можешь. Кстати, ты всех скинул, остался один вонючий щенок. Давай, так, ну что, ребята, теперь раунд, когда мы будем играть все на танках. Это будет по-честному, да, Сережка? Вот это мощь, вот это сила. О, прикольный цвет, мне понравился. Так, чисто без орудия друг друга скинуть. Не стрелять. Ну, окей. Так, скажите, когда готовы. Я готов. Раз, два, три. Битва началась. О, теперь всех равны силы. Так, главное Серегу скинуть. Задним ходом я более мощнее, Серега. Ты знал, что танк задним ходом более тяговее? Или нет? Или это в игре только? Это в игре только. Давай этого щенка, пошел отсюда. Я сейчас упаду еще так. Блин, Серега, хорошо, да, отпружинил? Говнюк такой, а? Не-не-не-не, на гусеницах поярче ездить. Родео на танках. Так. Вальс какой-то на танке. А мы катаемся по кругу. Настрой осталось. Выиграть да. Сильнейший танкист, да? А кто это, кстати, остался помимо тебя и меня? Я не знаю. Серега, Серега, блин, я как-то запутался в этих гусеницах вонючих. А надо знать, как управлять танком. Это тебе не машинка. Я сейчас еще упаду. Сам чуть не упал. Давай, 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 Сережку, Сережку! Нет, меня не надо, я же хороший. Нет, ты плохой, я знаю, какой. Эй, не делай сальтухи без меня. Сейчас, Серега, я развернусь. Все-таки я выиграю в этот раз себя. Я выиграю, Сережка. Давай в бочину его мочи. Так. Не стрелять. Кто стреляет, того сейчас забанят. Ну блин, Серега, едь дальше. Пока, пока, Димас. Это конченая, это голимая идея, которую я пресеку на начальной стадии. Ты как вылез? Я не знаю, я использовал читы, нажал Shift R. Ребят, пишите в комментариях с хэштегом Димас читер. Ух ты, дыбанул так дыбанул. Серега, давай, я в тебя верю. Красиво уклоняй, Серега. Да. Опа. Оле. Хоп. Оле. Я уже, кстати, подымливаюсь, я так понимаю. Я нормально пока что. А, то пыль с под гусениц просто. Давай хоть кого-то скинем, Серега. Я пытаюсь как... Давай, короче, этого челика скинем, а потом вдвоем друг против друга будем. Давай. Давай, жми его.
А у меня хп убавляется от того, что врезаемся в друг друга. О, кстати, тогда и будет проигрыш. Кто проиграет, тот проиграет. Отлично. Серега, давай. Ну, говно, перевернись. Так, Серега, я с тобой объединяюсь. Вот он. Как же его скинуть? Надо скинуть. Ну-ка, что за вальс мы кружим? Хорошо, давайте разнообразим. Встану на краешке. Вдруг кто-то поведется. Блин! Сальтуха! Я победил, я его кинул, Димас. Да? Серега, ну ты молодец. Это было красиво. Серега, лучший танкист на сегодняшний день. Молодец. И я, друзья, что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, смотрите в ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.